В Иванове стартовала акция «Запиши будущего чемпиона в спортивную секцию». Первыми свой вид спорта презентовали представители Ивановской федерации кудо. Немыслимых высот в свое время достиг воспитанник этой секции Эдгар Колян. Дважды он становился чемпионом мира. Осенью получил шанс в третий раз подтвердить титул. Теперь Эдгар преподает. Трое его воспитанников также будут участвовать в мировом первенстве. Под таким руководством чемпионы растут как на дрожжах. Эдгар со своими младшими воспитанниками провели для зрителей мастер-класс. Возможно, совсем скоро кто-то из зрителей или участников открытой тренировки начнет покорять чемпионаты. Начать заниматься кудо никогда не поздно. Отбор делан с 4 и выше. Человек должен прийти со справки, со спортдиспансера, что он жив, здоров. Вот, и все.